Приветствую вас, друзья, в компьютерной мастерской Happy PC. Приготовьтесь сегодня страдать. Вот те, кто любит немножко компьютерных извращений, этот ролик, мне кажется, вам очень-очень зайдет. Но перед всем этим удовольствием, друзья, мы с вами напомним друг другу то, что 28.10, то есть остается совсем немножко времени, в нашей компьютерной мастерской впервые в истории пройдет соревнование полноценное по ПК. Будет несколько номинаций, и если вы отсканируете QR-код, то увидите, попадете вот в такую вот группу, друзья, где есть форма регистрации. Если вдруг вы захотите поучаствовать, обязательно зарегистрируйтесь на это соревнование, чтобы я знал количество людей, которые у нас будет, и все грамотно спланировал. То есть, если вдруг у вас есть возможность собрать креативный ПК, либо очень мощный системник, либо маленький, но при этом шустрый, вы смело можете участвовать. Увидимся здесь 28.10. А теперь, друзья, кстати, вот мы как раз идем к нашей основной сегодняшней сути. Призы уже потихонечку подъезжают. Чтобы вас немножко замотивировать, ты только просто взгляни. Это маленькая часть призов, которые будет. Мы ждем офигенные моники от MSI, которые мы будем дарить победителям. У нас огроменное просто количество обалденных плат от Креатив. У нас, спасибо ребятам из Born to Be, просто шикарнейшие призы в виде, ну, я думаю, Женек знает, о чем тут идет речь. Это топовые рюкзаки для путешествий. Маленькие, большие, футболки, всякие наушники, крутые охлады. То есть, если вы, друзья, любители крутого железа, то просто обязаны быть 28 числа здесь. Между прочим, кстати, ребята из Born to Be действительно красавчики. Они сказали: Данька, если что, сайт, промокодик Happy PC, и вы получаете шикарную скидку. Что-то там в районе 20%. Если вдруг захотите, можете проверить. Но сегодня, друзья, речь пойдет про что-то более крутое. То, что... Фу, я даже подготовился. Чтобы ты понял, насколько я сегодня готов вас погружать в что-то очень странное, я даже нашел вот такую вот доску. И ты, Женька, буквально часик назад страдал. Тоже ходил и говорил, закатывал глаза, говорит: Даня, я не знаю, что происходит, цены на процессоры какие-то невозможные, я хочу себе дома проапгрейдить комп, чтобы поставить более-менее нормальный процессор, сколько денег нужно? Там даже при топовый какой-то проц по типу 13600, 13500 стоит под 20 тысяч рублей, какой кошмар. И я с тобой... Под 40? Еще хуже, друзья. То есть на текущий момент, если мы говорим про современные ценники, это, конечно, просто жесть. Но я тебя сейчас буду пугать гораздо больше. То есть те вот процессоры, которые ты говоришь, там, 13-го поколения, которые в стоимость 20-40 тысяч рублей, абсолютно ничто по сравнению с самой лучшей платформой, самыми лучшими процессорами своей эпохи. Сегодня, друзья, я вас окуну в былое прошлое, которое уже не вернуть, которое никогда никому не буду советовать, но нам это нужно с вами прожить вновь, чтобы понять, как старенькая 775-я платформа и самые мощные их процессоры живут в 2023 году. И пристегните, пожалуйста, пожестче свои ремни, потому что мы отправляемся в невероятно крутое приключение. Друзья, хотите себе домой или в офис мощный стабильный интернет? Думаю, что да. Тогда помимо хорошего провайдера вам обязательно нужен крутой роутер. TP-Link Acer AX80 – это тот роутер, который может унизить абсолютно каждого. Что это такое, вы меня спросите? Это двухдиапазонный Wi-Fi роутер AX6000, то есть с молниеносным Wi-Fi 6, на борту который имеет порт WAN LAN 2,5 гигабита на секунду и поддерживает технологию Easy Mesh. Мощный четырехъядерный процессор на частоте 2 ГГц дарит плавную работу роутеру. Широкая зона покрытия обеспечивается благодаря 8 антеннам высокого усиления с поддержкой технологии Beamforming. Порт USB 3.0 позволит без труда делиться медиафайлами и создать удаленный доступ по FTP. VPN-клиент позволит устройствам в домашней сети подключиться к удаленным серверам VPN без необходимости дополнительно устанавливать приложение VPN на каждое устройство. Ну и самое крутое, друзья, это гарантия аж целых 4 года. Теперь вы можете точно не переживать, что у вас что-то выйдет из строя. Если вас это заинтриговало, переходите по ссылочке в описании. Господи, я левой рукой пишу. 4-й год. Сколько тебе, Жень, лет было? 2. Жене было 2 года. И именно в это время, друзья, выходит самый крутой за всю историю компьютеров сокет 775. Почему вы спросите меня, Даня, он самый крутой? А я скажу просто по причине того, что это единственный сокет, на платформе которого было целых 3 типа оперативной памяти. DDR1, DDR2. И DDR3. Ни один другой сокет это никогда я в жизни не испытал. На 775, друзья,
Более 230 процессоров различных существует, просто там на любой вкус, выбор и кошелек. И это самая, пожалуй, долгоиграющая платформа, которая до сих пор актуальна. Безусловно, забегая вперед, скажу, она не будет актуальна под самые крутые, мощные, продуктивные, современные задачи игры. Но с точки зрения ПК, да я более чем уверен, в том, что здравые там какие-нибудь 10, 15, а то и 20% до сих пор сидят на 775, а то и больше. Потому что эта платформа, начиная с 2004 года, вечно. И существует даже поговорка у нормальных пацанов. Нож мне в печень, 775-й вечен, друзья, и не просто так. И мы сегодня этот разочек еще докажем. Но я не просто так, друзья, сейчас буду... Может, и сам, но, по-моему, это просто существует поговорка такая. Что мы сегодня с вами должны посмотреть? Не просто, я вот рассказал про 775-й сокет, и мы такие, да, не, ну ты издеваешься, я даже... Ну, это настолько, что уже как бы... Ну, вот люди, которые чувствуют тепло вот этого компьютерного железа, я в любом случае постараюсь передать им теплоту вон тех былых времен, которые уже они от нас вот так вот убегают, и все, их не вернуть. Я специально, друзья, для вас подготовился. Я открыл Авито, я полазил. И у меня сейчас в руке один из самых мощных, если не самый мощный, процессор на 775-й платформе. Поставьте видео на паузу, черканите в комментариях, как вы думаете, какой, а я вам сразу же начну рассказывать. На самом деле, 775-я платформа, которая поддерживает больше, чем 230 процессоров на текущий момент, это не только она, потому что есть еще 771-я, которая за рядом некоторых модификаций тоже имела возможность вот 771-й процессор запускать на 775-й платформе. На текущий момент, если мы откроем, скажем, нашу библиотеку самых мощных процессоров, на первом месте у нас будет процессор под названием X5492, немножко промахнулся. У нас будет X5470, QX, если не ошибусь, 9775, QX9770 и X5482. То есть это первая пятерка самых мощных процессоров. Причем, знаешь, в чем, которая запускается на 775-й платформе, причем, знаешь, в чем боль? По факту, лишь один процессор, который здесь представлен, он полноценно на 775-ю. Все остальное — это переделы 771-й. И вот, Женя, ты жаловался на стоимость процессоров. Я тебе говорил, что я тебя буду пугать. Самый мощный процессор на текущий момент на 775-ю платформу — это вот этот вот красавчик. 9770, то есть который изначально полноценно шел на 775, несмотря на то, что некоторые зиончики могут дать ему бой. И знаешь, вот стоимость, вот подлети сюда, пожалуйста, просто подлети, если ты сможешь, если у меня Авито выдержит, мы просто берем с тобой, пробиваем Q, смотри, QX9770 в процессоры. И мы смотрим их стоимость. На! Получи, распишись, я даже себе в закладке добавил с топовой материнской платой. Процессор, который вышел в 2008 несчастном году, и на сегодняшний момент, это сколько лет-то уже? 15? 15-летний процессор, который стоит 20 тысяч рублей. Нормально, кто-то вложился. Да, вы только себе вдумайте и представьте. То есть, какого, как, почему, как так вышло? А все просто, друзья, просто по причине того, что это... самый топовый экстремальный процессор, и на текущий момент это уже коллекционные моменты. И до сих пор остаются оверклокеры, которые пытаются выжать из этого максимум. То есть процессор старючий, никому не нужный, в кавычках, за 20 тысяч рублей 775-й платформы. Какой кошмар. Что я сделал? Я, понятное дело, думаю, блин, как бы было здорово его достать. Вот где бы взять, но 20 тысяч рублей тратить на 775-й процессор, мне кажется, меня бы никто не понял, я даже сам себя, поэтому когда-нибудь, возможно, он у меня будет, но не сегодня. Существует процессор, который один в один по аналогии, то есть практически все то же самое, как наш QX9770, это X5482. Это тоже 4-ядерный процессор, который имеет 12 метров кэша, который имеет шину 1600. Единственное отличие от 9770 — это теплопакет и возможность установки двух процессоров одновременно на платформу. Именно такой прос, друзья, у меня сегодня для вас есть. Вот этот вот красавчик, который я нашел. Я нашел его на Авито, специально для вас купил. Мы сегодня с вами и затестируем. Вы только взгляните на эту красоту. Знаете, причем самое, что прикольное? Это процессор 771, который при помощи некоторых модификаций можно спокойно устанавливать на платы 775-го сокета. Для того, чтобы это сделать, вам нужно прорезать дополнительные крепления. То есть здесь видно то, что у нас ключи в другом месте изменены. И стоит небольшая перемычка на
контактах. Это нам позволяет установить этот процессор в 775-й сокет, и он будет полноценно запускаться. А учитывая то, что это практически полный аналог нашего 9770, то я сейчас официально в руках держу самый мощный процессор на 775-ю платформу, за исключением 5492, но тот тоже денег бешеных стоит почему-то. Вот эта фигня стоит недорого, ее можно даже на Алиэкспрессе купить за пару тысяч рублей. А вот уже 5492, который чуть-чуть повыше частотой, это 3.2, то 3.4, будет уже стоить там где-то под десятку. Какой кошмар. Женька, подлетай теперь сюда, покажу, что мы конкретно с этим чудом будем сейчас делать. Всю жизнь, друзья, мечтал таким заниматься, чтобы что-то старенькое в современной реальности проверять и тестировать на фоне, кстати, мощных, крутых, современных, собранных компов под клиентов. Вот это мне доставляет гораздо больше удовольствия. Я почему-то прям... Я превращаюсь в ребенка. У каждого мужика должна быть вот эта вот кнопка, которая возвращает тебя в детство. Значит, показываю. Наша сегодняшняя платформа. У меня обычный тестовый стенд, друзья. У меня 1660 супер видеокарточка просто урезанная. У меня, кстати, офигенная, Женька, если ты сможешь подлететь, либо по съемчик вставить потом, оперативная память DDR3, это Т1. У меня 6 планок таких были. Это сумасшедшая чистота. В общем, красотища. По тем временам, когда они выходили, просто был невероятно дорогой комплект на 24 гигабайта. Две планки по 4 гига, двуранковые. Прикольно идет. И это 775-я платформа. К большому сожалению, у меня более крутой материнской платы не оказалось, но у меня есть плата, чипсет, который поддержит возможность установки DDR3 основы. Пусть и два слота, но нам этого достаточно, чтобы посмотреть, как это себя будет чувствовать. Итак, у меня 1660 супер, 8 DDR3 оперативной памяти, которая не может запуститься на нормальной частоте, потому что процессор, который здесь установлен, можно было бы до 1600 ее поднять, но, к сожалению, у нас здесь будет минимальная частота абсолютно, просто потому что мы упираемся конкретно в материнку. Здесь у меня уже стоит процессор супер крутой, и тем самым мы сравним, что мы имеем, потому что здесь стоит процессор полноценный 775, тоже мечта. Это у нас 9650. Полноценный квадик на 3 ГГц, имеет возможность разгона, и он супер шустрый. Вот в сравнении с ним мы сегодня и будем смотреть на самый мощный процессор в истории 775, а-ля 771, друзья. И что мы для начала сделаем? У нас есть, во-первых, я подготовился, я качнул самые крутые игрушки, которые смог со своего Steam. Я качнул CS2, ну, потому что нужно, ты сам понимаешь, да? Киберпанк 2077, Ведьмак Дикая Охота, Left 4 Dead и Counter-Strike Source. Ну, это так, про запас, друзья. И как вы думаете, вот, Жень, как ты думаешь, сможем ли мы на 15-летнем процессоре порубиться в современные игрушки с 8 гигами оперативной памяти DDR3? Не сможем. Ну ладно, не переключайся, дружище. Для начала мы возьмем CPU-Z, чтобы зафиксировать наш результат, и мы посмотрим, сколько конкретно вот этот вот процессор, как он себя чувствует и ведет. Кстати, при всем при том, в данном случае, смотрите, у нас Q9650 — это 95 ватт, а вот эта штуковина 150, если мне память не изменяет, это просто какой-то невероятно жаркий кусок кремния, который нам тут должен все раскалить, но благо у нас есть чем его охлаждать. И мы щелкаем Bench, Bench CPU, и мы сейчас посмотрим, сколько наш вот этот топовый четырехъядерник квад наберет. Потом мы сразу вставляем вот этого красавчика, и на нем уже начинаем тестировать все, что нам, друзья, необходимо. Итак, фиксируем результат. Я вижу то, что у нас 939 поинтов по, получается, однопотоку, ой, по многопотоку, мультитред, и 231 у нас получается по однопотоку. Зафиксировали. Теперь давайте вставлять вот этого нашего монстра. Так, друзья, убираем кулер. Причем, обратите внимание, я его даже просто прижимаю сюда, без каких-то либо зажимов конкретных. Убираем наш экстремальный процессор. Квадик, спасибо тебе за службу. И вставляем невероятно жаркий проц. Вот он, боже. X5482. Ну, своего рода можно, конечно, называть это музейным экземпляром. Вот если был бы 5492, это было бы 100%. Ну и теперь нужно не перепутать по ключам. И чтобы у нас все завелось, вставляем у нас вот специально выпиленные ключи в этом процессоре. И перемычка стоит. И без этого у нас это все нормально работать не будет. Также платы должны быть прошитые. Но, кстати, даже если плата не прошита, бывает, что сразу если воткнуть процессор, допустим, Xeon, даже не на прошитую мать, после рабочего процессора, может у вас запуститься и, в принципе, корректно работать. Вот сейчас мы этот момент проверим. И устанавливаем вот эту вот махину. Только взгляните, это Pentawave. Нам даже не нужно особо термухи, я думаю, мазать, потому что эта штуковина Nocto превосходит, учитывая ее ценник, так вообще красота. Поэтому тоже зачекайте, друзья. Z06D, шикарная штуковина. Если нужно что-то очень сильно охладить и при этом не задорого. Все, запускаем нашу махину.
И надеемся, что сейчас у нас все красиво стартанет, и мы, зайдя в CPU-Z, увидим вот эту вот надпись 5482, и сможем его как следует затестировать и ответить на вопрос, мертв ли или жив ли 775-й, настолько ли он вечен, как многие про него говорят. Итак, это будет быстро, потому что у меня здесь SSD-шечка установлена. То есть с точки зрения эксплуатации компьютера на Windows 10 775-й бодрячком. Вот действительно бодрячком. Быстро грузится, хорошо реагирует, вопросов, нареканий никаких нету. Если вот мы сейчас прям с тобой, Жень, зайдем в CPU-Z, мы, он прям работает молниеносно. Кстати, смотри, из прикольных моментов, потому что я сейчас не сбрасывал BIOS, а у нас 9650 остался, хотя там стоит уже другой процессор. Но вот CPU-Z он должен... он тут же показал Xeon на 771-й, X5482, 3,2 ГГц. Это то, что нам, Женек, с тобой нужно. То есть все, в принципе, даже не сбрасывая эту, мы можем попробовать его бенчануть и посмотреть, будет ли у нас какая-нибудь разница в результате. Вообще, это должны быть близкие. При желании 9650 можно даже погнать пожестче. Смотрим, посмотрим. Ну, тоже близкие. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Да, у нас очень близкие результаты, кстати, забавно, но в данном тесте тут один в один практически. 1939, даже у нас квадик почему-то чуть-чуть его обошел. Ну, это, я думаю, не принципиально. Я думаю, вы примерно теперь можете просто сравнить со своим процессором и понимать, что лучше, что хуже. Опять же, тепловыделение у этого процессора просто сумасшедшее. То есть этот 771, его нужно охлаждать конкретно, если вы хотите его использовать. Но нас больше всего интересует вообще, возможно ли все это дело, друзья, нормально тут запустить. И с чего начнем, Жень? У нас есть CS2, у нас есть Киберпанк, у нас есть Дикая Охота. Я вообще предлагаю все на CS-ке сделать. Ну, то есть CS-ка объективно на процессе. Щелкаем. Смотри, что у нас получается, дружище. Запускаем CS-ку. Прямо одним кадром пишем. И друзья, запуская CS-ку, мы получаем вот такую вот ошибку запуска. CPU that supported the CSE 4.2 instruction. 4.2. Прочитал по-английски, а цифры по-русски произнес. Просто у нас не пойдет. То есть у нас не хватает в процессоре инструкций, чтобы запустить этот несчастный CS2, друзья, к большому сожалению. То есть если мы собираемся играть в те игры, которые эти инструкции требуют, все, мы тут ограничены, к сожалению, эти процессоры их не запускают. Но есть некий момент с точки зрения обхода. Мы что можем сделать, друзья? Мы можем запустить эмуляцию этих инструкций. И действительно, если вы пробьете буквально, как сделать эмуляцию данных инструкций, в первой же поиске Гугла вам будет объяснение, это делается достаточно просто. И у меня у нас здесь уже есть, давайте попробуем запустить. Я запускаю вот такой вот ярлычок, после того, как сделал, то есть там добавляется в папку с игрой определенные файлы, указывается путь, и мы сейчас вот, консоль начала моргать, и мы ждем примерно, ну, минимум, наверное, минуту, пока у нас эмулируется наша вот эта вот вся среда, и мы постараемся все-таки доказать, что на 775-м в CS2-то можно выйти. Ждем, пока это все загрузится, а это будет не очень быстро. И, друзья, прошло минуты три. Мы вот только-только-только вот увидели вот эту заставочку Counter-Strike. Я прям чувствую, я прям страдаю. Я страдаю вместе с этим процессором и всей этой системой, потому что, вот ты видишь, даже тут практически меню уже стало видным. Потихонечку, шаг за шагом прозагружается. То есть эмуляция работает. Как-то это пытается дело стартануть. И вот уже даже звуки какие-то на фоне у нас появляются, но это боль. Это боль, ждем еще, то есть мы даем системе, то есть вот тут нужно не суетиться, мы понимаем, что у нас 15-летний проц, и нужно дать ему привыкнуть к этим новым реалиям. К этим новым игровым реалиям, потому что он эту игру не видел, возможно, ему нужно познакомиться чуть поближе, поэтому не суетимся, но я прям чувствую боль и страдания. Блин, картинку ломает, просто. Хотя, казалось бы, да, но инструкции, друзья, то есть разработчики, которые уже... О, на ваших глазах рождается что-то. Но подождем, да, и поспешил, давай. О, нет, ты видал? Друзья, по-моему, это победа. Можно ли считать это то, что я официально играю в CS2 на 775-м? Или это не считается еще? Для начала надо зайти. Давай мы щелкнем кнопку «Играть», вообще работает? Работает ли меню? Не жми, наверное, бой насмерть, лучше нажми. Смотри, с ботами что-нибудь. А где боты тут? Тренировка. Тренировка? Бро, тебе надо тренироваться. Вот сюда. Ну давай. Щелкнем «Начать».
И у нас даже с большим лагом, но пошел звук. Нет, в КСК такой звук всегда. С таким лагом, да? Ну, такая зла просто. Устанавливаем глушители. Тут не глушители устанавливаем, тут процессор устанавливает мировой рекорд просто по качеству прорисовки всего происходящего. При том, что 1660 супер, конечно, без вопросов эту игру запускает, но вот все у нас... Меняем цель на ходу. Мы в процессе. То есть здесь уже можно сказать, что игра более-менее как бы начала грузиться, но тем не менее ждем. Картинка меняется, и даже вот у меня появляется надежда какая-то, что мы все-таки сможем с вами насладиться сегодня настоящей битвой. Сможете ли вы стать киберспортсменом на таком процессоре? Однозначно, потому что если вы научитесь играть в таких условиях, друзья, когда вы сядете за нормальный комп, остальные просто упадут, потому что вы будете на седьмом небе отчасти. Это факт. Ждем. Друзья, мы практически дошли до самого конца. Он находит друзей. Ой. Если вы потеряли друга, то 775 и КС-2 найдет. То есть и не говорите потом, что вы одиноки и несчастны, друзья. Но я сразу скажу, это минимальное разрешение, хоть и... тут все минимально. То есть я выкрутил все в меню, насколько возможно. Только что на весь экран картинку растянул. И очень долго он находит друзей. Но вот я хочу, чтобы вы этот момент сейчас зафиксировали. Я вас предупреждал, что мы будем страдать. Поэтому, если вы до сих пор смотрите этот ролик, как бы, получайте. Давайте страдать вместе. Как еще раз, это он 20... А, нет, он 20. Ну, по сути... О! Что произошло? А произошло, друзья, боль и унижение. После 10 минут попытки сыграть в CS2, ты видел, что он сделал? Он либо не нашел друзей, либо просто ему тяжко. Друзья, ему тяжко. И вот я наглядно вам сейчас показал, если вы будете, вам сначала нужно качнуть эмулятор. И потом вы будете пытаться запустить CS2, оно будет вот так вам выдавать. Причем я попробовал разные уже и процы, и махинации. Единственное, у меня плата одна и та же оставалась. Но все никак. Все никак. И я вот, безусловно, кто-то наверняка запустит каким-то чудом на 775-м CS2, но я сомневаюсь, что это будет играбельно хоть в каких-то вариациях, потому что это процессор-зависимая штуковина. И, друзья, вот тут, на этом моменте вечность 775-го, он реально ушел в вечность. Уж точно не к вам в рабочие столы. Идем дальше. Очень быстро, буквально одним кадром. Киберпанк 2077. Благо здесь все гораздо проще, потому что мы щелкаем сюда. Эмулятор же все еще допущен. Это эмулятор только на КС-ку. Здесь Киберпанк 2077, он эмулятор не просит, он говорит, мне вообще нормально, все отлично. Я тебе сейчас покажу, что делает. Вот, мы запускаем, щелкаем. Причем, опять же, скажу, то, что сама вся система работает хорошо. То есть я бы спокойно мог пользоваться в интернетике. Ага, спасибо большое Киберпанку. Спасибо большое Киберпанку, он сразу нам сказал. Игра прекратила работу, и не просто все, Киберпанк запускаться здесь не хочет без... Ну, это все оригинальные игры, скачанная система, чистая система, все проверено на разных процессах, чтобы, так сказать, убедиться. Запускаем Ведьмак 3, Дикая Охота. Я уж подумал, ну, может быть, хоть как-то, хоть что-то. Давай щелкнем поиграть. Ах, добьемся ли мы с тобой хоть чего-нибудь. К справедливости ради скажу, что, безусловно, конечно, легкая такая вот... спокойствие в плане работы самой даже системы, оно чувствуется, но достаточно хорошо, чтобы делать любые базовые офисные задачи. Поэтому под офисные задачи я считаю, что 775 очень еще долго будет актуален. Ждем, ждем, крутим, вертим. Давай, 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 давай. Ты посмотри. Обалдеть. Он запустил? Он запустил? Да ну! Да ну! Что ты удивляешься, Ведьмак 15-го года игры? Он не запускал. Не запускал? Он нормально не хотел запускать. Ну-ка. Давай щелкнем. Офигеть. Пошло это дело. Загрузка. Стиль же. Да, красиво. Какие загрузки, блин, с историей сразу. Да, история очень приятная. Стиль — это когда у тебя Windows не активировал. Это когда ты живешь по закону. Это амнистия. Потому что каждый раз платить за активацию по 10 тысяч рублей я не могу. Тоже извини. Иди сюда. Иди распишись. Обалдеть. Ну-ка, Windows D. Запускаем Fraps, чтобы просто посмотреть на... Какой Fraps? Он сейчас обалдеет. Не, вот с Fraps он точно не обалдеет. Фрапсу больше лет, чем этому 775-му. Поэтому все нормально. Мы щелкаем продолжить. Смотрим с тобой. Так. Все как бы Fraps убрать. Момент.
Ну ладно, он не понял, что меня ждут. Хорошо, мы Фрапс видим. Давай посмотрим видео, какие у нас графика. А, у нас с тобой низкая, да? Нет, да ты сейчас нажал низкая. Блин, вот теперь не понять, что было. Ну хорошо, давай посмотрим на низком. Какая нам разница? Получи полтинничек. Да, до 30, ой, до 17, до 15 фрезы. Поставил Фрапс, называется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, мы видим как количество. Одну секунду, давай его теперь уберем просто, чтобы он нам не мешался. Вот этот Фрапс. Да, нам не нужен. И смотрим. Жень, ну, и что ты мне скажешь? Я скажу, что, друзья, по-моему, это просто красотища. Я бы в такую игру играть смог. Да, от 15 до 50 кадров, но почему? Это играбельно, друзья. То есть, если все же тряхнуть стариной и Ведьмачка, допустим, поиграть, да еще и настройки себе понизить, то это вполне себе возможно. Большое спасибо, что он запустил, потому что до этого что-то у него нормально не получалось. Но, блин, я горжусь. Горжусь то, что у нас охлад без прижима охлаждает этот 150-ваттный процессор. Ну, кстати, скорее всего, сейчас работает на частоте не 3.2, а в районе трешки. Вот поэтому у нас и были схожие результатами с 96-50. Но, блин, какая красота. Все, огонь. Но, друзья, действительно, то место, где этот процессор себе раскрывает, это когда ты все же погружаешься в эпоху былых времен. Друзья, мы с вами страдали и заслужили немножко теперь насладиться. Left 4 Dead, друзья, второй. И знаешь, что это такое, дружище? Это то, когда, я надеюсь, то, что никогда не случится в нашей жизни. И пошла жара! Ультранастройки, 2К разрешение, друзья. И наш Зиончик, самый мощный, просто на 775. Нас не забанят, интересно, за такое? Это вообще показывать можно или нет? Боже мой, вот это кайф. В смысле, это хорошо игра идет. Это идет игра хорошо. Я ни в коем случае, конечно, против насилия. Но в игре иногда можно. Вот лучше пусть насилие будет в игре, чем в жизни, друзья. И посмотри на наш Фрапс под соточку. Это ультра. Это 2К просто разрешение. Ну, красота. Вот так можно, друзья, наслаждаться. Вот здесь я уже понимаю. До этого мне хотелось выкинуть его. До этого я просто, ну, знаешь, просто как-то такое чувство, типа, да как так-то? А вот сейчас я хочу играть. Я понимаю то, что все, вот она. Вот где этот прот себя чувствует идеально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на меня напал танк или кто это? Да, что, берет, да. Да, да, ты да, да. Упал из двух рук. Да, причем с бесконечными патронами. Идет оказание помощи. Танк нашего тренера, посмотри, повалил. Давай, иди сюда, друга, не обижай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, кайф, кайф. Напомню то, что мой процессор стоит всего пару тысяч рублей в данном случае. И если... О, все. Я победил. И надо спасти теперь, помочь члену команды. Никогда не забывайте помогать членам команды, друзья. Потому что именно так работает настоящая команда. В общем, тут совсем плохая ситуация. Но хотел вам показать то, что да, друзья, вон, мы с вами просто наслаждаемся происходящим. Теперь можно страшная игра, на самом деле. Я, пожалуйста, вот выйду. Благо, это могу себе позволить сделать. И 2К. 2К. Полный ультра. Потрясающий графон. Правда, игра... Сами знаете, какого года. Вон того бородатого. Но это еще не все, друзья. Я подумал, ну не могу я уйти пораженным в плане КС-ки. Знаете, какая КС-ка самая реалистичная? Сурс. Да. Друзья, это Сурс, друзья. Никогда в жизни не Сурс. Потому что слабак. Потому что слабак. В эту игру сложнее гораздо играть, чем в КС-2. Если со мной солидарны, напишите в комментариях. Это факт. Тут физика максимально реалистична. И здесь вот на 2К разрешение. Ты просто посмотри. Я просто щелкаю найти сервер. Я просто щелкаю интернет, я просто беру там, допустим, давай по игрокам, чтобы не так их много было, сортирую, смотри, сколько людей играет. Знаешь почему? Потому что это лучшее, что вообще придумала Valve. 2000 долларов за вход, да. 2000 баксов, это карта такая. Вот. И ну-ка, давай, там я могу за кого-нибудь зайти-то хоть? Сейчас они доиграют, потому что там убьют одного. Во, я зашел за этого, смотри. Просто смотри на фэпосы мои. А? Смотри. Почему прикольная эта карта? Это ж неинтересно. Ну, это если быстро тебе нужно на реакцию сработать. Смотри, сейчас. Ай-яй-яй, кто-то забежал? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, два как бы засчитанные, я считаю, друзья. Вот! Вот где, друзья, этот процессор действительно оживает. И вот я прям
почувствовал сейчас, что у него вторая жизнь. То есть, если взять, накачать игрушек, ну, скажем так, до 2014 года, то есть GTA 5, между прочим, сюда тоже пойдет, и в данном случае будет работать более чем адекватно, то 775 жив, 771 жив, вместе это все просто красотища, друзья. И я считаю, то, что нельзя забывать тех ребят, с кем мы начинали ползать. Конечно, никто из вас с такими аппаратами не ползал, потому что они стоили страшных денег по тем временам, но сейчас к этому прикоснуться можно хотя бы через экран наших видео, поэтому если вам это хоть немножко понравилось, поставьте лайк, друзья. Ну и давайте, скажем так, зафиналим все это дело действо. Итак, чтобы вы просто были в курсе, если вдруг кто-то вас спросит: Даня, какой самый мощный процессор, который может запуститься на 775-м, вы смело говорите: ну, это смотря что ты считаешь запуститься. Если мы используем 771-е процессоры, которые с маленькой переделочкой, но запускаются, то это будет X5492. Знаешь почему? Потому что тут у нас целых 3,4 ГГц. То есть это самый такой шустрый, разогнанный процессор, который запускается на 775-й платформе. Ты, кстати, меня спросишь, Дань, почему 5470 стоит выше, чем 5482? Ты меня спросишь или нет? Дань, почему? Объясняю, дружище. Потому что у него герцовка 3,3 ГГц, в то время как у нашего 3,2. А знаешь почему? Хотя у нас тут вроде цифры-то больше. Потому что эти хитрецы, они сделали шину меньше 1333, в отличие от всех остальных, где у нас 1600. И за счет этого подняли немножко частоты, он стал в чем-то погорячее, но вот освободилось у него, скажем так, пространство, в кавычках, под крышкой, чтобы взять эту частоту. Поэтому он считается более производительным, потому что 4 ядра на 3,3, конечно, будут пошустрее работать, чем какая-то шина на 1600 и той, которая не всегда работает. Дальше, друзья, у нас идет вот этот вот красавчик, который работает на частоте, они все дальше идут 3,2. Только единственный из них, который невероятно дорогой и недоступный, QX9770, который когда-нибудь, я надеюсь, вдруг у нас случайно появится. Кстати, если вдруг у вас есть и вы готовы незадорого отдать в нашу коллекцию, не за 20 тысяч рублей, честное слово, мы пока еще не назаработали с Женькой, но это было бы круто. Вот это музейные экземпляры. И подводя финальный, только прям конкретный, ни в коем случае, никогда, друзья, в здравом уме не покупайте сейчас себе эти процессоры. Только если вам это дается совершенно за копейки, либо вы энтузиаст, в кавычках, извращение, с которым вот прям вы получаете удовольствие от процесса, знаешь, использования вот этих вот стариков 15-летних. Любых других логических объяснений их просто нет, их не существует. Нужно понимать, что как офисный вариант это подойдет, но 150 ватт нужно чем-то охлаждать, друзья, в данном случае, если мы говорим про наш X5482, тем самым вы получаете вот эти вот некоторые ограничения. Но будут идти года, и самый крутой, самый популярный, самый долгоиграющий сокет все равно всегда будет, друзья, 775-й. Как бы кто к нему ни относился. Пока что даже близко нет претендента, кто бы взял его и обошел. Так что все друзья, которые помнят DDR1, DDR2, DDR3 в сердечках у вас, я с вами. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться на канал. И если вам нравится такая тематика, чеканите в комментах, что еще подснять на вот такую вот ностальгическую, старинную тему. Особенно нужно рассказывать же молодежи. Потому что молодежь-то, которая родилась в 2004-м, она-то вообще ничего, друзья, об этом не знает. Поэтому мы должны это все дело сохранять. Спасибо оператору Женьке, что смонтировал для вас этот ролик. Ну и по ссылочкам тоже внизу перейдите, поддержите нас, пожалуйста. Увидимся уже непосредственно... Фух, я надеюсь, с вами 28-го, тут когда будет. Ну, а ролики еще повыходят пораньше. Теперь точно. Пока-пока. Блин, и вы только взгляните. Оказывается, я все это время писал перманентным маркером. Какой кошмар. Кстати, вот Happy PC Competition уже пришли оранжевые браслетики. Это означает то, что если вы придете на наше соревнование, вы такой получаете, как участник. Без них не пройти. Так что регайтесь.